Вася! Ну суть в том, что он снимает. Все. Нет, бери его. Не бери каплю коричневого, она постоянно везде с этой каплей выступает. А что, капля коричневая, классная? Капля из кадрона с камерой. А, да. Вот эту или вот эту? Да нет, так-то смехом лучше. Нету, смехом лучше, потому что подушки не надо. Давай другой какой-нибудь на кобылу. Какой? У него всего три. Почему у него три комплекта и такие неинтересные вообще? Потому что ей другие не идут. Ага, гнедой лошади-то, ну в принципе, ага. Я специально подбирала каждой лошади по три комплекта. У меня у ласта с Оскаром всего два. На этом есть. Да конечно, в жарищу. В жару и чтобы жару там. Я не поеду на такого. Она вся вспотеет, во-первых, там все усрется, а если ливень пойдет, то тут еще. Made in Poland. Ты где нашла этот? На жару. Будет либо ливень, либо жарище. Но жарище не будет, будет только ливень. А если будет вот так? Потому что всю неделю вот такая погода, сказали. Это у нас, короче, вот да, это. Да, что, Москва, что, далеко? Да. Оскар в этом, значит, едет. Бед меня. Так уж и вы поедете, отдыхаю. Где что-то вообще? Так, всё. А этот, положи на место. Да, блин, главное, что-то тупо вытаскало, да, блин. Вода, блин, руки загребущие, глаза заведущие. Вон, а. Сейчас загребет. Ну да! Ничего, что мне написал? Алена Афонина! Нахер она мне нужна? Я уже у Лизы пришла. Тихо, список. А с которой там лежат? А, вы так и делали же. А что, не зайка? А, да! Алена, он даже не сфокусировался. Ты нормально? Да там не сфокусировался. Там не сфокусировался. Это, блин, личное. Все, выключай, Алена. Да. Ниха. Там так-то не видно, но... Все. Скрытая реклама LG, смотрите. А там, наверное, не снял, но... Кормушки. Есть. Хрень для сушки вальтрапов. Есть. Розовенькая. Так, большое синее ведро с кормами. Есть. Охлаждающий спрей. Есть. Запасной трейлер, кстати, надо тоже вычислить. Можно было и помолчать. Слушай. Что-то у вас много тут. Так, давайте диктуйте меня. Молодец. Иди ко мне. Это шапка невидимка, смотрите, мне не видно. Блин, по-моему, это я никого не вижу. Ай, какого, блин, грязная. Все, Дина, ты исчезла. А где Дина? Ты не видишь Дину? Какая Дина? Я не вижу Дину. Вообще о чем? Где Дина-то? А кто тут говорит? Вот это шок. Давай на толстого надеюсь. Давай толстого в пакете унесем. Он что, задохнется? Так, она же сеточка. И что? И то, там есть чем дышать, нет. Все, он бесится. Пусти. Кто так сделал-то, а? Все, Динус уже столько обращения с животными. По яйкам. Так, давайте дальше, там. Тут у меня сумка из кадрон. То есть, смотрите, это мое видео о моей амуниции. Короче, я вообще ладшерная тёлка. Конечно, вам вообще... Бабушка всё украла. Вам вообще никогда такое не купить. Так, Ксюша, ты что все пугаешь-то? Вам вообще никогда такое не купить, потому что вы бомжи, а я нет. Я почти бомж. Почти не считает. Так, Владка, харе там копаться в моем барахле. Смотрите, например, вот эти стремена, это фриджампы. То есть они самые дорогущие стремена, которые есть хорошо. На этой планете. Да, вот так и достает, это не фриджампы. Не позорься, хоть, что не знаешь, как стремена-то твои называются. Лоздал. Лоздал. А реально, какие они? Я не знаю, говно. Короче, смотрите, я их заказала на bit7.ru. Ссылка в описании. Да. На говно 7, на говно стрим... На стриме 7.ru. Зачем тебе? Прицеплю на седло. Зачем они? Я зачем ты их заказывала вообще?
выступать в них. Типа крутая. Типа понты. Понты, понты. Вообще-то, вот. Все например, понятно, понтуешься, пожалуйста. Ах. Вот этот привет. Я себе. Блин, я не засняла. В смысле? Тупая. И там же ничего не прыскалось, там просто эта штучка слетела. Да я поняла, так это что ж прикольно. Это как грабли подлетели. Да нет, какой кондиционер это? Слышишь? Эй, ты. Это как грабли подлетели. Так, смотрите, короче, смотрите. Вот эта подпруга, это престиж. Нет, это не престиж, тупица. Али. Ты вообще самая умная, что ли, это в Форзе? Так, о чем это я? Смотрите, это подпруга, она престиж. Она, на самом деле, вообще самая крутая подпруга. То есть вот это все говно тут висит, а вот это самая крутая подпруга в этом амуничнике. Вот это все говно какое-то висит. Бля, вообще не знаю. Нет, вот это тоже очень классно. Кстати, седло, правда, престиж. Вот оно, правда, престиж. А остальное говно стиж. Дай мне это. Маркер мой престижевский упал. Говно стиж. Сними ее, пожалуйста. И, кстати, он обладает магическими новорождениями. Обладает магическими свойствами. То есть... Я не могу, у меня песня, да. Давай. Путь со звездием Ориона. Верхнет ее нежно Ориола. Че нежно? Ореола. Нежно Ореола. А, я думала, ты говоришь про себя, что ты нежная. Нежная корова. Ты тупая. Ну ты та, я тупая. Она по Млечному пути ходит голая. Дин, ты можешь подальше, а то у тебя полный рост не видно. Это ты закрыта. Она снялась, наверное. Не помню мой мальчик. Она снимает. Она снимает. Смотрите, фокус. 3, 2, 1. Опа-да, у нее уже расплетенные волосы. Фига, реально фокус. Арлина! Вот это самая дорогущая сумка, которую сшила моя бабуля. И мы можем в нее запихать Дину и короче, провести ее. О боже, у тебя пилки. Да у нее еще со вчерашнего дня не там. Да, блин, пилки, да-да. А, волосы, ёлк. А ты писал какой-то сумки. Блин. Жестребина, куда вы? Фриджампы, заразитесь. На самом деле, джампы это все говно, лос, да, это тема, это я понимаю. Короче, смотрите, сейчас мы все окладываем. Блин, у меня что-то чешется. Оклад. Так, какие у нас там комплекты, да? Оскар, короче, это эскадроновские нагавки. Ну, что вы сами все видите. Чего делать? Вообще-то это просто какие-то состряпали сами по себе и пришили. Короче, отрезала эмблему с попом и пришила на свою. Вика сейчас не гуляет. Да ладно. Твоя мама вообще-то отрезала, чтобы бабушка твоя пришила. Бабушка пришила. Да. А потом можно продать как это. Вот эта тема, вот это я. Лимитированная коллекция. Да. Смотрите, короче, эти колокольчики, они очень топовые. Блин, дай хоть мне. Смотри, это вот так одевается. А, ну, мамочка, я обнимаю. А мыть их не хочешь? Нет, зачем? Карась под ливнем завтра помоются. Да. Послезавтра. Не важно, когда-нибудь, по-моему. Ну, ты должна. А ты обычно это берешь колокола? Да нет, на Оскара нет. Так, почему? Это говно. Ты в них и работаться, что ли, будешь? В этих? Да. Ну, поработаемся, значит. Так Оскар не будет работаться. А, ну, Оскар старый надо? Пень. Вот так ты думаешь о нем. Да. Ясно. Я ему скажу. Эти, короче, мы сейчас перестегнем попозже. Фриджампы-то? Ну да. Топски. У них, короче, кобыла пусть как гуляет. Блин, сколько времени-то? Где твой папа? Так когда мы поедем-то? Сейчас приедет. Блин, хоть 12. Я паникую, мне просто надо срочно важные документы из станции, где я их надо дать. Я знаю, до 45 минут, через полчаса он закончится. Так, шлем, положи. Нет, почему же говно? Ладно, так. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Да, я зачем? Что ты сделал? Нифига, а что, нет, зачем? Там жалко. Зачем? 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 Давай, потом блядь, давай скорее хобы. Зима. Я за чёрт. Блин, надо держать. Ой, за чёрт. Плюс, блин, надо. Виса. Пятый. 50-й.
Че? Думаете, я слишком? Иди нахрен. Да что такое-то? Да почему? Ростового лица. Ну ладно, вот так застегнем и нормально. Пошли. Подожди, сердце. Ладно, возьми вот это. Ладно, возьми. Ладно, ладно. Подожди, а я. Болит вот как меня. Это положи. Положи потом тут это нормально. А где она? О, не допускай. Есть женщины в русских селениях. Тут даже музычка такая. Я себе чем-то надавила при джампами, наверное. Наверное. Я Руслин. Так и есть. Это... All is right, sometimes the fight! Так, ребята, привет! Там около дел. Кто там? Пустите немощную! Ребят, я закрылась. Так! Заходи! Тим, давай тоже около дома. Так, кладем мои самые крутые ботинки за 50 лимонов, я не знаю. Какие-то тапочки из базара. Ты дура, они дорогие. Зара с базара. Зидловки какие-то. Сидловки? Зидловский. Изидловский. Изидловский. Нет, сын. Типа я думаю, что какие-то с базара. Короче, очень топовые. Ага, да. Ага. Первый раз слышу. У меня в школе все такие носят. Прикинь, ходят вот точно в таких же ботах и говорят, что это мы за ними копируем. Мы их копируем. Хорошо. А вот это наш поставщик. Наркоты? Да. Зерловски. Смотрите, это мои очень топские. Кстати, они реально топские. Ну, вот это самые топские топули. Я думаю, в них следует ехать старты. И что их берешь? Только на парад. Только на парад. Я только на парад ношу. Вон там. Видите, это бомж Дина. Это она поставляет. Она окукливается. Снимай меня, на самом деле. На нее. Насрать? Ладно, насрать. Извиняюсь. Ой. Кто? Сейчас. А как мне на топчика не осталось, не знаете? Че? Если остался, с вами поделите. Нет, нет. Какого тортика? Она вчера приносила. А, так мы его съели, ты че? Вчера. Сейчас? Было вчера. Так, смотрите. Это... Как свадебное платье на себя одела. Реклама. На русском радио. Хорзи. Вот эта фирма Хорзи с Карлами. Значит, топ. Да. Чем она меня ковыряет? Чем? Зачем? Она хочет в тебя зарыться. Я хочу зарыться что-то там основное. Я хочу зарыться. А я хочу зарыться. Я еще тут ночь спать. Ага, вот здесь? Да. Ну не здесь, а... Ага, будешь спать на моем матесовском мальтрапе? Да. Я тебе дам, да, обалди. О, вот оно! Сюрприз, мадафака! Так ты едешь только вот на поводе и на тренинге, да ведь? Да. Так, смотрите. Новая технология, короче, просто впихиваешь в рот и... 130 на нем. Да 150 чуть. Ну чё, Ксюша, скоро кто-то сдастся первый. Топчик.
Меня не волнует, чтобы большой торт принесла. На заказ, чтобы был с моей фотографией. Не с ней, а с моей. Да, то ты-то при чем? Тебя вообще тут никто. Вот и все. И даже... А вы сами что-то там... Чего? Смотрите, это Динина лошадь. Она ее сдает в аренду. Я вижу только Регину. Какую Регину? Там Динина лошадь идет. Какая? Меланж. А, вау. Самый топовый планет, конечно. Можно спросить? О, чай! А, это маркер. Я хотела спросить, такая, откуда у меня тут какая-то зажигалка? Да, ясно. Значит, был повод, чтобы так думать. Вот как мне это застегнуть так, чтобы ничего не выпало? Смотрите. Ух ты, блин. Фига себе! Давай, фига. Она все-таки уже не расходится? Это что такое? Это чужая магия? Это что такое? Она, наверное, поняла, что она еще не полная, поэтому не надо заставить. Где наш список, простите? Его Владка сперла? Я Владке дала. Где Владка-то? Она офигела. Сперла наш список. Ну ладно, пойдем. А, идемте, пойдемте. Пошлите! Поднимаемся, не спим на светиных найках. Мертвых найках. Ой, по ноге прошло. Да ладно. Блин, уже надо еще из хвоста мне грязь в глаз кинула. Пошли, короче, от нее просим. Короче, я только что зашла домой, как бы. Ну, мы с папой ездили в столовку поесть. И, в общем, сейчас я буду снимать, наверное, какое-нибудь видео. Я так думаю. Ну, я-то думаю, я смогу что угодно. Вот, в общем, папа сейчас поехал на работу. Потом мы соберем Женю к бабушке. Потом, короче, все это не важно. И, в общем, просто я хочу вам показать, как выглядит моя комната в данный момент. Это сумка. Чехол от фотоаппарата. Фотоаппарат. Какие-то панталоны мои, господи, с глаз их. Книга, зарядки. Господи, это просто ад какой-то. Это просто помойка. Как так можно жить? Ой. Кстати, пианино. Все. Ужас.